Ребята, а к вам, к нам в гости сегодня приехали. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, как дела? Не Дед Мороз, но тоже не с пустыми руками. Такие же дети, как и все, любят сладости и подарки, только с одной социальной поправкой – с ограниченными возможностями. В творчестве их ничто и никто не ограничивает. Ответным подарком губернатору стала собственноручная картина. За 20 лет в Центре Добродея прошли реабилитацию более 2000 воспитанников с диагнозом ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Улучшают самочувствие детей в залах лечебной физкультуры, механотерапии, водолечебницы. Это наш Димошка. Девочка. Он у нас с рождения, с 10 дней. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот это наш Сережа. Серёнька. А многодетная семья к высоким гостям готовилась с самого утра. Старшие суетились на кухне, младшие создавали новогодние костюмы. Минеевы воспитывают 11 детей, из них 5 приемных. Для родителей все дети свои, родные. К губернатору одна просьба на всех – помочь с бумажной волокитой и побыстрее оформить усыновление на 11-го ребенка, чтобы Новый год встретить всем вместе. И теперь это возможно. Почти 1500 усыновленных детишек позволили нам принять решение о закрытии 3 детских домов. Я считаю, что это показатель того, что общество очевидно понимает эту проблему, общество внимательно к проблеме семьи, сирот, детей, и нам с этого пути сворачивать не стоит. Что касается дальнейших планов, теперь семья Минеевых ждет своей очереди на микроавтобус. Начиная с этого года транспорт положен многодетным семьям с 9 детьми. Сергей Мирошниченко, Юрий Санкин. Главное – новости.